Не знаю, как вам, мне наша встреча так сильно понравилась. Да? Круто, я прямо сейчас поеду с таким удовольствием обратно в Москву. Оставаться? Даже не могу, там ждут там люди. Я вернусь, я обязательно вернусь, и уже мы приедем, я думаю, с полным составом. Сегодня у нас малая часть группы «Губерния», а так у нас большой коллектив, мы приедем, какой-нибудь зал побольше выберем. Да? Да? А может быть и здесь, посмотрим, все зависит от вас. Вот так вот я вам скажу. На прощание песня «А жизнь моя новенькая» звучит на радио «Шансон». Я очень надеюсь, что получу за нее премию «Шансон года». Ну, мне так хочется, правда. «А жизнь моя». Ребята, вы живы! Хорошо, пускай мы там в деревне, Митя, молодец. Точно, я же пропустил песню, а он такой, Лёшка, поработай еще. Но в разгаре бродят лица по баян и по гитары. Все дешевно ты смотрела на меня, как умела, так смотрела. Заискрились все глаза, словно звездочки на ней. Что меня не ждала, городского полигама. Мы с тобой навесили, а кто-то музыка качала. Ты смотрела на меня, так умела, так смотрела. Заискрились все глаза, словно звездочки на ней. Спасибо огромное. Спасибо!